Сегодня у нас 30 сентября 2017 года. Это у нас тут лежат, забивать сюда вот кули, вот эти вот свая называем мы их. Вот сюда вот вбиваться будут, как вот здесь вбиты. Это у нас лагерный пруд, Потеряевка, поселок. Там вдалеке виднеется храм с синей крышей. Вон крест у него видно. Сегодня суббота, вечернее богослужение будет. Поэтому пока до обеда решили сегодня еще поработать. Потом пообедаем, отдохнем и в храм пойдем Господень. Это вот столько камыша здесь наросло. Ложбинка вот такая вот, вымытая водой. Тут еще заготовки лежат. Свай. Вот здесь вот мы работаем. Сегодня к нам присоединились брат Иосиф Устинов, Степа Устинов тоже, Андрей Устинова сын младший, и Игнатий, значит, трудится там, Никита, брат наш, Устина толкает. Сейчас мы пойдем забивать, посмотришь, как у нас получается. Вот уже одну пломбу сначала сделали. Здесь выровняли мы, забили. Которые здесь сваи-то шкурили, а сегодня уже забиваем. Так, босоноги убери. Так, вот Степа, таскай, Степа, таскай. Вот Никита у нас улица. Слава Богу. Сейчас уже бобру не по зубам будет с отработкой. Степа, лопату убери из-под ног, куда-нибудь отодвинь ее. Не, втыкать не обязательно, ну ладно. Может упасть. Вот видишь как. И теперь там будет бровка, а там провал был. И даже есть подозрение, что там была нора. Так, ноги убрать. Березка стоит, уже засыхает вовсю. То, что в воде корни, уже сохнет. О, Игнатий Иванович! Игнатий Иванович! К нам в гости пришел! Все? Это Батюшкина? Батюшкина собака. Ну. Она привязана. А, привязана? А. Конечно. Я ее не видал даже. С добрым утром, да. Я думал, она прибежала, оторвалась. Она давно уже здесь. А ну-ка, по лопатой попробуй землю пойти собирать вот так вот. Вон нет. Оттуда, вон оттуда, бери. Не берется, да? Тут топтали за эти годы. Сейчас мы пойдем сваи забивать. Это мы отвлеклись.
однако. Можно будет забирать это. Вот теперь сравни, как было и как есть. Ну, разница заметна? Заметно. Вон насколько подняли. Просмалено. Вот эти вот надо спилить будет их. И где отлетело, промазать. Так, пошли. Все, Степа, иди дальше. Куда? Ну, туда, сына, иначе. Лопату-то возьми. А, тебе сено надо таскать. Сено лучше таскать. Сено, сено. Вот тут даже отлетело. Вот посмотри. Угу. Мне надо будет отпилить потом. Вот так вот, вот эту ровно, которая разбитая, и засмолить. Угу. Потому что, а почему так получилось? Там какая-то доска, и она никак не пошла. Вот смотри как, обрубаю ровно берег. Ну, трава тут наросла. Такой собери. Надевает рукавички. Я задел эту кухонную, это маленько замазал. Говорят, это на приеме был митрополит Пимен из веков. А швейцар ему подает эту, у него так изогнуто, как змея-то. Ну, он ее уронил. Она упала и откололась. Он говорит, батюшка, прости, говорит, клюшку твою изломал. Он говорит, как встретился, что я тебе, хоккеист какой же. Он здоровый, грузный такой. Он одежду-то подавал, а этот жезл-то уронил. Да, ближе, вот, вот так. Все, давай. Да. Сначала потихоньку. Ты сейчас потом пойдешь, Володя, клин сделай повдоль. Я уже сделал его. А, сделал. Потихоньку, потому что моя рука здесь. А теперь я держу лопатой, давай. А теперь смотри, просверлили в этой. Тяжело. Не улетело. На корабле, когда ремонт идет, вся кисточки, все привязаны. Потому что море вокруг упало, уплыло. Вон как идет. Раскололось. Так, еще. Раза два. Еще один раз. Все. Ну и у Иосифа два раза больше удар, чем у меня. Ну, мощнее. Давай. Нет, просто выше. А чтобы ему легко поднимать было? Ну выше, да. Уходи. Заходи. Тихо. Я тут лопату ставлю, ограничитель. О, пошел. Вот оно где. Угу. Срез кривой. Может, ее надо было повернуть? Здесь. Может, ее надо было повернуть, ему легче забивать было. Но нет? Теперь уже еще говорить. А нет, она еще не забилась. Здесь точно так же саманить. По 10 свай забиваем. Там, где видно, что могут быть норы внизу. А он любит осинку, но это осмоленное вряд ли понравится ему. Бобрих его прогонит. Что-то тебя воняет, скажет, наркоман какой, что ли, стал. Бобер. Все. Так, мы идем дальше туда. Покажи, я покажу, как вы смотрите.
какой-то забирай, кувалду. Так, а ты принеси вон ту, которая толкушка. Сюда положи рядом. Но тут у нас уже свая забитая. Но мы не подняли. Маленько надо поднять будет. Сена не было. Поднять, чтобы валик был. Обязательно здесь валик мы сделаем и утолкнем. Пошли дальше. Здесь все у нас уже торчат сваи. Вот. Это две ветлины, которые рядом. Я сказал вот так вверху положить на ветке одну из этих. Эти осмолить тебе вот так наклонно поставить. Весной, если где прорвет, сразу забить. Запасные. Это опасный путь. Но, тут одно но. Нам может там не хватить. А осмолим их тогда не возьмешь, пока не трогать. А осмолить, когда там закончим, скажем, все, можно эти запасными сделать. Пошли. А это ты знаешь, это где было это бетонный спуск? Глянь туда дальше, осторожно. Вон, видишь? Вот эти, которые жерди там идут на это. Смотри, да, да, да. Вот, они притянуты, на их проволока она проходит там жердь, под низом, стягивает их. Ну, это хлестала вода, выбросила, от выброса это бочежинка такая. Прыгнуть бы туда искупаться. Вот. Здесь все обрушено было. Смотри, какая работа проделана. Здесь вот машина залезла. Вот. А теперь веди что-то здесь. Веди. Где норы, да еще и туда. И оно туда все пошло. Туда. Под низ. Поэтому шпалы ставить здесь вот. Забивать, где она пойдет. И потом туда забивать. Сама низ под эту вот. Туда под низ. Еще так, подмывает берег-то. Тут же глина все было, ну, под деревом. Попробуем. Поднимем, а потом к вам пойдем. Вот мы к дереву. А дальше маленько. Нам, иначе не попасть туда. Туда-то как мы попадем? А, вот, все. Нам надо, чтобы попасть туда. Давай. Если что, ветки, брат, можешь убрать. Не мешает. Так, тебе сколько лет? 32. А тебе? 39. Ну, состарился, еще спрашиваю. Ты ростом пониже. У тебя рост какой? 183. 183. 164. 166. Шпингалет. Говорит, чуть выше раковины, без фуражки. А так-то вы сидите одинаково, оба не женаты. Ну а так, кто его знает? Ну давай. Так, теперь надо большим, наверное. А то вам много ударов. Видишь, как мы отгораживаем, здесь много пойдет глины. Глины очень много. Соломы. По-другому никак. Ух ты ж. Ого. Еще? Еще один раз. Хорош. Вот сейчас, пока маленько отдохни, я пойду Володю покажу, как он там мажет со Степой. В чем заключается Степина работа. А что, я, может, потихоньку буду так продвигаться? Ага. Ну, можешь держать помаленько, ага. Рядом. А ты меня подожди. Да я боюсь, так, я как не спеша. Не так было. Я очень привередливый в этих вопросах. Еще не так, я знаю, что оно будет пропаще. Я тоже самое. Ну вот так это прямо. Только наклон маленько на ту сторону делать надо. Вот так? На эту, а. На эту. Вот потом как забьется она, так его сразу наклонять надо. Хорошо. Еще наклони маленько на сюда. Еще вот так примерно должна быть будет. Можешь сразу так забивать.
Вот я пошел. Сюда надо сейчас сено таскать. 150 метров туда, 100 обратно, 300. Два раза, три раза сбегал, километр. А их 200. 200, ну вот 200 раз, не считая сена. Ну тут остались не так большие. Дальше пойдет уже, это береза. Сворачивай, первый. Смотри, я не промазал. Вот. Все, повище делает. Нога, вытяни. Ну, помогает. А в деревне, там, вот, Володя, там меньше оставляйте. Сантиметров 20 только. Ага. А то много там этой. Смотри, рукавички, чтобы не задел. Руку вторую убери, одной держи. Чтобы не морать. Удержи за самый конец. Подожди. Володя. Не, не надо, не надо. Она сторчит над водой потом. Я лучше так отдельно промажу потом. То есть. Ну ладно. Он морается уже. Так. Это наше озеро. В деревне. Намного мы его расширили. Теперь мальков закупают. Рыба приезжает в другой деревне, даже ловят. Кто участвовал, закупали мальков. Из этого причина. То есть вот так вот держи. Закончи, держи. Это отработка. Не ахти как, но может быть удастся его отшибить. Борьба с бобрами. Никогда бобров у нас не было. Они заели нас буквально. Последнюю нору была 80 сантиметров в диаметре. Через всю прошел же 4 метра дамба. И вышел наверх на полметра. Еще полметра бы и вся вода ушла. И притом работает только ночью. Днем ходи, стреляй, он не шевелится, лежит. Как барсук. Их развезли, расплодили, а... Не знаю где. Ну вот так как мы работаем с дамбами, то это. А у нас тут ни худо, ни бедно, 6 дамб. 6. Да. Так дамба только, так он берега истащивает полностью. Но мы на это уж не обращаем внимания, там буквально под храм подкапывают. Ну вот так. Вот еще тут немного осталось. Дальше эта загородка идет с той стороны, отгораживает спуск воды. Потом мы дойдем до туда и там поснимаем. А там дальше у нас надписи. Территория деревни, стрелять запрещается. Но они приедут, мимо едут, выстрелят, а мы не стреляли. Что будки взлетели. А они дальше на других озерах бьют их. Все, ушел.